20 березня 1985 року Сергій Семенченко востаннє вилетів з військової частини на виконання бойового завдання. Я по совісті указу записався камікадзе, з повною бомбовою загрузкою лечу. В баках топлива до цели, ну а цель, она в прицеле, и я взять ее сегодня хочу. Рвутся нервы на пределе, погибать так за идею. И вхожу я в свой последний вираж, а те, которые на цели, глядя ввысь, оцепенели, знают, знают, чем грозит им мой пилотаж. Парашют оставлен дома, на траве аэродрома, даже если захочу не свернуть. Облака перевернулись, и на лбу все жилы вздулись, и сдавила перегрузками грудь. От снарядов в небе тесно, и я пикирую отвесно, исключительно красиво иду. 3 секунды жить осталось, и не важно, что так мало, зацветут еще мои деревья в саду. Не добраться им до порта, вот и все, касаюсь борта, и в расширенных зрачках отражено весь мой долгий путь до цели, той, которая в прицеле. Мне взрываться за других есть резон. Есть резон своим полетом вынуть душу из кого-то и в кого-то свою душу вложить. Есть резон дойти до цели, той, которая в прицеле, да потому что остальным надо жить. Есть резон дойти до цели, той, которая в прицеле, да потому что остальным надо жить.